Москва, присоединив себе оккупированные украинские территории под лозунгом «Возврат исторических земель», открыла не то что ящик Пандоры. Она открыла фуру Пандоры. Потому что недоимперия целиком и полностью состоит из чужих исторических земель. В первую очередь, привет Калининградской области! Жители наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Калининградская область – это ордынский анклав прямо в середине цивилизованной Европы. Панельные девятиэтажки, хрущевки, скрепное хамство, загаженные лифты, лебеди из старых покрышек, совковое воспитание и преклонение перед солнцеликим Пу. Но так было не всегда. Калининград – это Кёнигсберг, столица Восточной Пруссии. Город основан тевтонскими рыцарями в 13 веке. И вплоть до 1946 года, пока его не отжали советы, был центром развития культуры, науки и технического прогресса. Именно в Кёнигсберге появился первый аэропорт в Германии и один из самых первых в мире. Это родина великого философа Канта. Университет Кёнигсберга открыт в 16 веке. До основания культурной столицы России тогда оставалось еще 200 лет. Ну что ж, бояре, начнем наше живое общение с государем, нашим батюшкой Петром Первым. Кёнигсберг – это такая же часть Германии, как и Бавария. Это одна из колыбелей немецкого народа. Но теперь эта колыбель воняет портянками и перегаром. Нам очень нравится Калининград и Зеленоградск особенно, поэтому мы никому не отдадим свои земли. Что касается специальной военной операции, прямо я не могу как-то навязывать детям, например, свою точку зрения. Но очень аккуратно, конечно, мы говорим прежде всего о том, что происходит борьба с фашизмом. Да что ты, черт побери, такое несешь? Советский Союз после разгрома Германии во Второй мировой войне аннексировал Восточную Пруссию и создал там одну большую военную базу. Репрессировал всех коренных немцев и завез вместо них упоротых ватных офицеров и солдатню. За первый год переехало около 12 тысяч семей из 30 регионов СССР. В итоге от немецкого наследия в Кёнигсберге осталась только пара старинных зданий и Кант, которого оккупанты, естественно, записали в русские писатели. Кант для нас – это наш русский трофей, как и все, что вы видите в Калининградской области. Ну, как известно, любой рачительный хозяин должен разобраться, что же досталось ему по наследству. Калининград совершенно не похож на соседние города Германии, Польши и Литвы. Он похож на Череповец или Магнитогорск, потому что город был полностью разрушен во время боев. Но его решили не восстанавливать. Вместо ремонта в 1948-м заехали танки и сравняли в ноль все исторические здания. Делов-то. Ладно, и так сойдет. Варшава и Дрезден тоже, если что, были полностью в руинах. Но можем посмотреть, как они выглядят сейчас. Смотря на Дрезден сегодня, может показаться, что это обычный европейский городок со старым туристическим центром, пряничными домиками и ярмарками на площадях. Но не все так просто, ведь всему этому часто нет и 20 лет. Наглядный пример советского ремонта и евроремонта. То, что русскому хорошо, немцу культурный шок. Открыли дом, сели там просто. Вот такие, такой дом вот открыло, стоит немножко. Так завалился немножко. Сын говорит, так классно. Сейчас оккупанты точно так же говорят и о разрушенных городах Украины. Что восстанавливать их после так называемого освобождения нет никакого смысла. Главное, что в кучу кирпичей тряпку свою трехцветную воткнули и довольны. Но легче построить заново, чем восстанавливать. То есть уровень разрухи жилья такой, что реально проще построить заново новое, там, сделать по-человечески.
Ну как происходит восстановление города Лисичанска? Ломать не строить. У россиян с годами подход не меняется. С местными украинскими жителями орки поступают так же, как и с коренным населением Калининграда. Не будем оправдывать немцев гитлеровской Германии. Но мирные жители есть мирные жители. С приходом советской власти было уничтожено 75% немецкого населения региона. А выживших насильно депортировали. Вот такие вот освободители от фашизма. Примерно 100 километров мы проехали по великолепному шоссе, и никого не было, ни души. Мы останавливались, все население начало эвакуироваться. На сотом километре на телегах, на машинах эвакуировалось население. Наши наступающие войска сбросили все эти телеги, экипажи, эти машины в кювет, сбросили население, все. И вот тут началось групповое изнасилование женщин, девочек. Перед депортацией немцев еще и ограбили. На семью разрешалось взять только предметы первой необходимости. А ценные вещи необходимо было сдать новым властям. А потом удивлялись, как русские офицеры составами вывозили мебель, драгоценности, ковры и шторы. Согласно протоколу обыска, нашли все же немало интересного. Далее список трофеев, вывезенных из побежденной Германии. Шерстяных тканей, шелка, парчи, панбархата и других материалов всего свыше 4000 метров. Мехов, соболих, лисьих, котиковых, каракулевых. Всего 323 шкуры. Тонкая кожа для обуви, высшего качества, 35 кож. Дорогостоящих ковров, больших размеров, вывезенных из Потсдамского и других дворцов и домов Германии всего 44 штуки. Кёнигсберг перекрасили, перестроили и переименовали так, чтобы он не отличался от всего остального советского трешака. Кстати, название «Калининград» лишено смысла. Его, скорее всего, придумал пьяный Сталин. Калинин, в честь которого переименовали город, никаким боком не имеет отношения к столице Пруссии. Он там даже ни разу не был. Зато Калинин был всероссийским старостой и одним из руководителей Красной революции. Поэтому Кёнигсберг назвали Калининград исключительно только потому, что, похоже, звучит. А дед мой был Калинин Михаил. Сейчас Калининград выполняет в Европе функцию Крыма в независимой Украине. Там находится военно-морская база орков. Под каждым кустом сидит ФСБшник и офицер Красной армии. Москва может использовать Калининград для дестабилизации обстановки в Европе и даже вторжения. Как это было с Крымом в 2014-м. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Российская официальная пропаганда постоянно рисует планы нападения на Европу именно в этом регионе. Сколько раз по телевизору пробивали Сувалкский коридор, уже трудно сосчитать. Напомним, у Калининграда нет прямого сухопутного сообщения с Россией, и он находится полностью в окружении НАТО. Сценарий по, собственно, захвату Прибалтики. Наносится массированный российский радиоэлектронный удар, включаются все средства радиоэлектронного подавления Западного военного округа, Балтийского флота. Радары натовские слепнут, ничего не видят. Более того, Москва постоянно угрожает ядерным оружием, которое находится в Калининградской области. Кремль даже не скрывает, что этот ватный анклав является военным плацдармом. Да, добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Калининградская область, западный форпост. Прежде всего, хотел вас поблагодарить за доверие, которое вы оказали. Правда, теперь этот военный плацдарм сильно опустел. Из Калининграда выгребли все войска и отправили на войну с Украиной. Министр обороны Литвы заявил, что в Калининградской области, цитата, пусто. Ау! 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 Ау!
Пока все калининградские силовики воссоединяются с червями и фаршируются FPV-дронами, у населения Калининградской области появился реальный шанс стать частью Европы. Не географически, а социально, экономически и культурно. Сама история подарила нам эту землю. Я коренной кёнигсбержец, житель нашего региона с рождения. Россия — это где-то там, ну, мы калининградцы. И вот эта идентификация себя как русскому абсолютно к черту не нужна. Я себя чувствую больше европейцем. Все калининградцы прекрасно знают, что если заглянуть за колючую проволоку, то можно ослепнуть. Они тоже могут жить как люди, а пока приходится существовать в альтернативной реальности. 10-е место. Пропагандисты телеканала «Россия-1» выдали в своем сюжете польский Эльбланг за Калининград. Жители Калининградской области, представьте на секундочку, что вы граждане ЕС. Ваших детей и мужей не отправляют на войну. Чиновники не распиливают детские площадки. К вам не прилетает Путин и не перекрывают город на неделю. У вас вообще нет Путина. Вы можете выбрать кого-то другого. А еще вы станете частью замерзающей Европы. Поэтому зимой точно не замерзнете. В отличие от жителей газовой недоимперии. Я вчера писала, я какать хочу, а я не могу. Времени на принятие решений у Калининграда немного. Потому что на него раскатил губу даже несменный губернатор Беларуси. Беларусь в Советском Союзе, так сказать, отвечала за Калининградскую область, поэтому я ее всегда называл своей. Но боялся, чтобы россияне не подумали, что мы там претендуем захватить Калининградскую область. Хотя, наверное, это было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе к Беларуси. К сожалению, пока что в Калининградской области все еще высокая поддержка путинизма и российского шовинизма. Гены красных комиссаров дают свое. Но эта поддержка постепенно начинает угасать на фоне бесконечного потока гробов и коллег. А Калининград – это не только бывшие советские офицеры и солевые наркоманы. В Калининграде огромное количество образованных, культурных людей, которые не мыслят искандерами и скрепным величием. В Калининграде достаточно людей, которые ощущают себя европейцами, которые стремятся к прогрессу и которые хотят, чтобы их дети отдыхали и учились в Евросоюзе, а не в пионерских лагерях Северной Кореи.